Рянчи в ДЦшнике, Войд, Шацуна, Скибиди, твоя сестра Воу и... Этот... И Бэтчик в хила. А покрал. Когда у нас плюс-минус ГМ? Шо, покрал, только пришел. Шо? Я не знаю, типа... меня... Я буду чисто... Дима, ты не пойдешь чмыга? А, то играет. Так чего на Дани заходишь? Все, пошли трофей. Андрей уходит, Дани. Что ты орешь? Андрюха, легалайз. Сколько ей поэнтов подать на запад? Поверь, блядь. Но не с двумя дырками. Ты бис какой-то. С двумя дырками еще третье гнездо сделать. Да ты что, блядь? Ну ты падла, блядь. Да я еще тот урод, блядь. Ну, Дикиш опять маршрутку может пароли за свое ИП и подарить. Слава, Декс, вы зайдете? Слышь, а ты где поезд взял? С десятки или с 25-ки? Я же написал. Эй, кому написал, блядь? Одинаковый шмат падает. Вчера выйдем, выйдем. А, десятки? Ты видел, как он слакал? Это просто... Че, блядь? На Ластрае победном ни разу мой слакал. Когда заговорил, ебать. Так на Ластрае делали, потому что... уже надоело слакать. Слышь, я вот не пойму. Объясните мне сейчас, я бы любил. Вот он выбил с десятки, он 271. Это типа он за эту хуйню улучшил или... или хуйню? Да, за эту хуйню улучшил. Так, а не помнишь, 245 падает, и десятки не падают. Ну, 58 падают они. А, десятки 58 падают, да? Да, я по 171. А, значит, они и там, они и там. Они и там, и там падают 258, а по 171. Ну, сука, это они же в этом в луте, да, так сделали, что 245 показывают. Не обновили, нет, там просто не обновляли это. Не, ну конечно, да, пиздец. Да, ты зайдешь, да? Да-да. 134 силы, ебануться, блядь. Это да. Это больше для Фроста, для Река, но мне тоже давайте. Мастерство сколько держат, не перекаблять с ними? Давай, не надо. Нормально. Нормально, да. Нормально. Третий десяток есть, опыт. Ты не представляешь, сколько ему на коленях вчера пришлось помыть, чтобы эти забрать. Да. Я? Сколько, блядь? Вообще ни разу такого не было. Я просто знал, что я на мэн заберу и все. Да. Сейчас завтра выпадут, будет молить опять. Ну, блядь, ну тут апокал забирает. Что, я тебя опять по ЕП раздрючил, блядь? Да, блядь, ты вообще хожу на РТ? Я тоже не хожу. Меня не берут. Понял. Так у меня ноль бывает, блядь. Давай шкаф сразу будем пулять. Кстати, сегодня я, может, еще ссылка 10 хм на фул бы собрал бы, если есть желание пойти на подключить. Ага. Ну, я бы еще лучше в тюрьму садил бы десяточку и целка на 4 босса, то... Я бы хотел на фул входить. Что, дос планы, блядь, грандиозные. Мне ты круг ходить. Ты на фул, а убей четырёх. Мне фул, типа, короче, это более... тоже неплохо, но это душнина, типа, она не приоритетная, там нет ничего. Нет, там есть охуенные шмотки, все оружие с личка прям очень. А что там будет? Сразу на собаку пойдем. А что, если собаки надо, там что не падает? Не так, надо собак. Я здесь не был. Кто здесь не был, плюс они. Ну, вчера, блядь, там были, не были, вы чё, тут Сацуна не было, и всё. Сестра не было. Вообще, смотри по тактике, так как ты РДДшник, ты можешь всегда стоять вообще спиной к боссу. Я на себя метку ставлю. Можешь стоять спиной к боссу, и тупо хилишь. Для тебя две механики. Босс кастует первый бытный ужас, ты должна отвернуться. И вторая механика, вешается метка, если она повесится на тебя. Вынести максимально вот стенку вынесла и вернулась.
может произойти такой момент, что босс начнет в этот момент вставать первобытный ужас, когда ты будешь метку выносить. Твоя задача тогда выбегать спиной из-за ужаса этой. То есть, когда он кастует первобычный ужас, разворачиваешься спиной. Все, это тактика для тебя. И если я сказал перебежать, перебежать. Рыбу ставлю. Бэтчик, кинь обмен за шлемом, и Андрей кинь за руками, чтобы не... Починитесь все, ужаса. Да, починитесь все. Кинь обмен мне, Павшакова. Танцунг. Танчит уфолог? Да. То же самое касается миликов и носителей метки. На дисплее у нас Рианти и Войд. И Ахиса. Плюс Клео дисплеите с танка. И с миличников помогаете дисплеить. Женя Лукати тоже помогает. А тут тоже две метки, я не помню, или три? Да, две. Босс не сложный, его в дохера у нас, поэтому... Чего не хватает? Милики, бегайте все в начале, сейчас я поставлю на Калича. На себя? На тебе же стоит. Вот, священники в начале стоите. Чего не хватает, а пока он быстрее. Смотрите, не хватает, я нажал да. Че нет? Нет, нет. Все, Андрюха пуляет, да. Случайно. Давай, Геру. Геру дайте. Рианти Скибиди выбежали. Рианти Скибиди. Все не женят. Смотрите, цепляет немножко за квадрат. Милики, сдохните, блядь. Если выйдет. Молодежка. Отвернулись, все отвернулись, тихо. Прохильте Лаксар. Быстрее. Милики отбежали. Пока тебе до всего мы выберем. Скоро будет фир. Возможно, будет с метками фир. Крутой до Ксиона. И отвернулись. Смотрите спиной. Вы умрете. Воу, Иннер по себе, Чеславность Иннер по Скибиди. Сокрушающий мельник убежали. Крутой огонек до Ксиона снова. Плохо вынесли метку, отбегите за квадратиком. Отвернулись, отвернулись. Лево, твоя сестра, выбежали. Натали, выбеги. Ну, за цену сальву, либо на хуй. Сокрушающие мельники отбежали. Чеславность Леговайс выбежали. Не тяните, сразу не носите. Отвернулись спиной и возвращаетесь. Смотрите, не забудьте. Ага. Мастер Бон Сесон. Милики убежали. Отвернулись, отвернулись. О, БР по твоей сестре. Встанешь сама, Натали. Не надо, БР. Выбежали, выбежали, блять, перебежали. Там у нас квадратом. Быстрее, быстрее, быстрее. Нажми жгем вариантик. Часовность БР по варианте. Вот, Женя, стоило оно стоять до конца того? А Мерседу дайте сналю, пожалуйста, либо сбросить одно назад. Лево Сасуны выбежали, лево Сасуны выбежали, отвернулись. Натали, встать есть? КД. Андрюха, как... Ладно, не надо. Шнурки к лево выбежали. Дело висит просто. Натали, прохильте. Отвернулись.
Марсес, Воксар, выбежали. Воксар, поднимите. Нелики убежали. Так, спиннер. Воксар, скибиди, Женя, иди сразу, сразу, сразу. Нажми гимн-войд. Вакач, если есть массейв, тогда. Здесь пальцы, пожалуй. Вернулись. Да, вернулись, и все, кто могут диспелить, сейчас диспелят. Гумбрист умер. Вот числа, у нас выбежали уже. Слава, блять, перебегайте за квадратом, не успеет вынести. Скорее. Ничего не докачиваете, сразу просто убегаете. Напили все. Да ладно. Ну пизда, ну а пока, ну не бери. Да мне похуй, я флэй поставлю. Ладно, не бежу. Так почему, если ты готов, так где баф? Чумная метка. Ты, блядь, Жан, 258, сука, нихуя себе. Пизда, блядь. Да мне похуй, я флэй поебашу. Короче, давай, не пешить. Запы, руки. Саня, надо руки. 10 кидай обмен. А, ну я тебе перекину. Перекину. Поснимай, Андрюха, ИП. Да, добро. Так, дальше. Капифон надо на редру кому? На офспек, может быть. Бери Андрюха на офспек. А у меня такое лежит. Ну, с другой чаркой, конечно, но лежит. Короче, сука, да, чёрный парень. На, распылить. Запы. Шнурки 7. Раз. 10 легалайз. 11. 12. Они же ДКшные. 13. 14 легалайз. Раз. 2. Да подожди, я не могу написать, блядь. 14. А пока. 2. Да ты все равно, наверное, приходить не будешь, да ебал. Скоро сказал же сам. Все, пока. Нам надо дальше контент закрывать. А теперь, у кого есть мотки, которые дайте и сейчас. Да вон мы с перчаткой отдаем. Бонду там надо точно, да, я апать. Бонду апакал. Ну все, ролите. Так в прошлый раз не пешили, что ролит? Стоит тоже не рассыпал. Не, в прошлый раз печеньку не пешили. Не пешили. Я не пешил. Ну, среди тех людей, которых не шмотка, вы их не развыпышить. За 5 тысяч у нас ушла печенька последняя. Ты пошел вторую печеньку? Я первую не пошел. За 5 тысяч за ИП ушла. Не, ну если... Смотри, короче, пойдите, я вас отрываю. Первую ты дал по консулу, там что-то хорошее, типа. А вторую мы про ИП шли. Ну, как поступим? Попробую, если повели пока. Ну, не обсуждали этот момент. Ну пусть про ИП же, да все, это ИП система, пусть про ИП же, да и все. Он да, будет по ИП. По ИП, честно. Отними этому Апакау. Апакау. Так что, ИПшем, нет? 14. Да, 14.5. Апакау отними. В таком случае тут сейчас Бонд заберет, у него то ИП. 10 ИП, раз. Два. Да просто нехуй душить друг друга. Три кида. Блять, ну Апакау, давай быстрее. 100. Раз. Ну, пока два. Три. Раз. Я не понял, сколько у меня ДП, блядь. Остановись, сколько у меня ДП. У тебя 2К выкал. Что за 3 шекеля последний у меня? Раз. Два. Три. Драться, Антон. Так. За босса 250. Уже освоили его. На кого эти записи берешь? Да, есть. Я сейчас дадум. О, либо кинь Славе до дефа. Так, нужен сейчас Сэндж.
Биран, тебе что-то с этого босса надо? Биран. Все, тогда лов не персонажа просто пока. Сенджикса засумоньте. Сенджикс будет танчик. Женя ВК, ты тоже знаешь, что делать в качестве медика. Теперь слава персонально для тебя будет. Что тебе делать? Пока на какой спек ты все эти запах хочешь? А у меня два спека, АДК и БДК. Понял. Но не только на АДК, на ФДК и вообще фул дерьмо. Ну прям. Ну, Лик Смерти на БДК тоже есть. Лик Смерти, он автоматом пускается Лик Смерти. Ой, я не знаю. Мы тут что, с сапрота будем бить? Попробуем бить побить так. Все-таки сегодня уже более сильный рдру у нас есть. Плюс Сацуна сегодня есть. Хп посильнее. Этот скибиди и два РШАМы есть нормально. Так что что я зайдусь на ДЦ, не проблема. Дополнительно. И, короче, Слава, смотри, для тебя. Ты так типа, ты босса знаешь, Слава? Слава. Вой, смотри, чтобы было проще хилить. Ты в начале боя начинай где-то вот на такой рнг от босса. Если будет первый момент, самый страшный. Если от босса идет, если от босса уходит, от босса, тут же есть люди, которые не знают тактику. Короче, у босса две фазы, вторая фаза начинается с 50%. Нам нужно перевести босса так, чтобы у него было 0 раги на 50%, поэтому на 58% стопаем урон по боссу. Далее, на первой фазе, что нас интересует, у босса будет две страшные механики, скажем так. Первая механика, подожди пока, кто кидает на меня. Первая механика будет такая, типа, волна идти, либо от босса, либо к боссу. Она идет по трем, дальний рендж, средний рендж и ближний рендж. И может наоборот, ближний рендж, средний рендж и дальний рендж. То есть, как, что это значит? Если вы стоите, и идет на вас волна, и она вас задевает. Назад, если это средний рендж, либо вперед, если ближний, либо на средний, либо на дальний, если дальний, на ближний, либо выбили. Так вот, Слава, ты, когда идет эта волна, стоишь, точнее, стоишь, начинаешь бой чуть-чуть вот на такой рендж от босса, когда это, если эта волна идет по рендж, по узкому рендж, ты ждешь, пока она вышла, выбежал в средний, она прошла, ты зашел в узкий и нажал гейм на первой фазе, потому что там будет сразу дыхание, и вот это вот печенька, если там не прижаться, там пиздец урон заходит. И Сацуна из тебя масс-сейф, масс-сакра и мастер на тьму. Вот. Потом, начинается вторая фаза. Что страшное на второй фазе? Будут появляться, во-первых, сферки. Должны будут... РДДшники именно. РДДшники. Потом, будут вешаться метки. Метки вам нужно будет... Выносите метки. Не выносите метки, вот видите, здесь такая вот... Типа вырезанная плитка. В эту плитку не выносите, не выносите на возвышенное, выносите на ровное место, но вы обязательно выносите. Этот. Да, могу. Тогда не на рогу трусовать. Здесь. Здесь пробуем. Ладно. Сумоньте рогу обратно. Биран, заходи. Так вот, кидаются метки, и ваша задача вынести эти метки, обязательно выносите их из рейда. И потом, когда босс наберет 100% раги, он будет кастовать каст, называется погружение во мрак. Когда вы вынесли метки, там появится такое кольцо. В этом кольце будет по центру свободное место. Ваша задача забежать в это вот кольцо под конец каста погружения во мрак. Если вы не забежите, вы умрете. Поэтому обязательно добежать. Но главное, выносите метки. Вот, сумоньте рогу. А пока ГЦ. Теперь слева будет стоять по хилам Сацуна, Скибиди. Справа твоя сестра Лоу, Рианти, можешь вместе с Войдом тусить. По РДДшникам крутой Лаксар, Эмобой, Скачион, Марсель, Дексиона справа. Числавна слева. Печеньки закрывают первые сверки. Числавна слева, справа Уфова. Также. Забыл сказать.
на первой фазе еще будут выходить мобы. Они идут в самую дальнюю цель. Давай, чтобы эта самая дальняя цель знала, что делать, будешь... Я буду самой дальней слева. Эвокати самой дальней целью у босса. Все, давайте, готовность. Даня, Декс, Чисуан, Сацуне. Автолобит в мелепачке, ты понял. Вакати, вакати. Слава, чуть-чуть ближе подойди, слишком далеко стоишь. Может, тебе придется по-любому гимн дать. На первое дыхание обязательно даешь танец на сейф, там туда урон будет. Сколько времени прошло от пула забрать? Вот, скоро пойдут печенька, дыхание. Слава, жми гимн. Вот с этой хуйни темной выбегите. Опять выбегайте. И мелики сейчас выбегайте. Скоро будут мобы. Напоминаю, 58% у босса все. Ну сейчас по хилу. 45 секунд. Просто... Дыхание прохиливайте. Сейчас должны своими хилами прохилить. 58 стоп МДПС. Ребят. Ждем мобов. Все, просто стоп. Пока чилим. Мобы пошли на вакате. Не бьем босса. Лови, Женя, мобов и прохиливать готов. Потихонечку РДшники чуть-чуть подбивайте, не сильно. Не сильно не врывайтесь. Чтоб он еще 20 раги набрал. Стопнули, стоп. Надо, чтоб он еще... Все, можете переводить. Может, Герут процентов на 35, на 40 дадим? Дадим, дадим. Хильте, хильте. Так, Андрей, залей инер по твоей сестре, Чесуанус, по скибиде. Ферки сейчас появятся, дадим Геру. РДшники все будут по сферкам играть. Не забудьте все метки вынести. Вот, появились сферки, давайте Геру. Играем по сферкам, РДшники. Мелики кривые эти. Смотрите, метка темная. Метки выносите. Вот, выбегайте пока из них. Каст погружение во мрак. Когда будет, тогда нужно будет это. Нажми сэнджик. Так, уфолог БР Рянти. Лол БР твою сестру. Могу встать. Тиславность БР Клео. Геру, дайте им еще одну. Рянти, готовь массейф, если что. Тьма, забежали. Дыхание, прохил, нажми Рянти, массейф. Женя, если есть, встать, встань. Нажми Рянти, гимн на ману. Метки вынести. Скоро будет погружение во мрак. Через 10 раги. Готовьте заходить. Зашли, зашли, зашли. Выбежали. Пробуйте добивать босса. Массейвы отдавайте все, что есть. Дышите его. Сэнджик, что подним... Блядь. Пробуйте раскачать. Не, Метки выбежали. Я умер. Пробуйте, 3%, 800 тысяч. Бабы, хуябы, что там, апокалы. Давай тапками закидывайте. Кидать я покалу в него. Вакати в соло получается. Блядь, Женя, души, задухи. Вакати в соло. Но это не 250 не то уже. Это 270 где-то тянет. Стрим, блядь, оп нахуй. Андрюха, дай ему 100 ЕП дополнительного. Блядь, вот бабу спас. А все, кто выжили, короче, после этой колодцы, всем тоже надо идти подать. У меня бабла нету. Я тоже согласен. И у меня бабла нету. Я колодец нормально схавал. А я тоже, кстати, в колодце выжил, бля, потом меня убил. Ой, вы знаете. Шо упало? Типа, не, бесспорно, может просто всеми сказать, вот эти красавчик, ну типа, ну... Да, давай, такие. Мы тоже стояли ебашили тут, как черт, я еще и хилил. О, нихуя плечи какие.
Ой, ебать, смотри, какие ноги на сосуны. Давай с них. Блять, плечи. Что вы сейчас это Криторон. Криторон на 4%. Блять. Да когда вы поняли... Ой, вали другую. На ШД пиздатый плечи, кстати. Да, на ШД хорошая. Сосуны 10 раз, 10, 2, топор слава, ты не вспоминаешь. Топор. Кстати, а вот этот вот чарка на Холи Пала, она повышает на 8% ХПС. Давай печеньку ролить. Подожди. Топор. Кому идет? Скипиди идет, твоя сестра идет. Ну, топор прикольный, отвечай тему, я взял все. Саня, подожди, Бэтик, ты не по мейну не хил, поэтому скипиди твоя сестра, не пэшет. Скипиди 10 раз. 10 сестра. А она я паролила, не... она паролила 1000 дает. А, 1000. Она ноликом ошиблась. 1500 скипиди. Раз. Два. Три. Так, дальше. Плечи. Ну, блядь, на СДшнику. Иран. 10 раз. 10, 2. 10, 3. Да, скин что-то. Не, Биран. Кстати, в РПБ надо перебиваться после последнего нерфа ШД. Бери. Что, 10 ХП. Ну, по факту здесь будет приоритет на апнуть топор, либо... Пошли топор нахуй. Тоже такое себе. Не, зап, по факту зап и апокал убийство, типа надо апать. Ну, так я ж про это и говорю, ну, то есть, если вы благоразумны, то... Конечно. Ну, чтобы это так, это, в ротацию туда вставлять... Койл. Ясно. Пиздю, блять, а? 1500 апокал, раз. Два. Три. Ты, Андрюх, отнимал этот, типа? Да. Отлично. Тут это сходил в рейд, по нулям остался. Ну, это запекал. Ну, ты за приход получил 50, нормально? Нет, не получил, в чем прикол, меня наебали. А завтра, короче, чанки вот эти, уберфрус с его нарейдсом. Ты просто на статы посмотри, хуй на то усиление, блядь. Сами статы, блядь. 106 силы, блядь. Пиздец. А уже Дима гнездо одно? А реактор что-то два гнезда. Да, будет два гнезда. Два гнезда в 284-м, по идее, будет добавиться второе. У меня, короче, телефон отвлек. Я что, уже продали, да? А мы что, на лоса идем? Мы что, такие сильные? Идем, пойдем, попробуем. Если вчера же убили. Мы все в десятку били. Ну, блин, десятки. Ну, у нас сегодня есть талисманчик, Бенни Бенаси убьем. Слышь, я это быстренько пойду перекурю, очень быстренько. Ему уже похуй на минус типа, блин. Он уже что хочет делать. Кого, блин? Хотя да, уже можно обойти флакать, ей почему нету. А, еще 1000, блядь. Гуляем. Чем можно погулять? Ну ты забрал, кстати, печеньку. То везение, я так понимаю, Жека хотел же забрать. Ну да, мне телефон позвонили, блядь, надо было отбежать за документы. Это легал, ой, легалайс, а пока позвонил, я думаю. Ладно, подожди, перекурю. Ну, подождите пока. Сейчас мы РДДшников поделим с миликами. А что, здесь вопрос, здесь для хилов дохуя, надо просто хилам встать в разные стороны, будем танка перехватывать или вводить и рейд хилить, и будет нормально. Поставить там кульпал в середину, а маза хилы поставить по углам. Будет заебись. Тут надо сопроты всем выпить, обязательно. Да мы сейчас упадем, блин. Ну вообще на X2 там, короче, если филки в хп кинуть под сопротами, там даже на вот этот, похуй. На резонанс, там это прохиливается. Короче, смотрите, первая, вторая пати... А, Сацуны нет. Первая, вторая пати по-любому будет начинать бой слева. Вот. Вы начинаете бой слева. Все остальные начинают бой справа.
третья пати, Сенджикс и бета-тестер тоже начинают бой слева. Если все получится, то он повесится 12 синих, 13 зеленых. Конечно. И может повеситься. Может повеситься на кого-то еще, кто начинает бой справа. Что вы делаете? Сразу же перебегаете. Противоположно. Саша, вытащи брейк изо рта и говори нормально. Да-да. И ты пропадаешь, Саша, местами. Сейчас. Короче. Короче, все, кто 4-5 пати и Дексиона Сосуна Числавность, держите рейнджу между собой. Обязательно. Там между вами, точнее, не между вами, вокруг вас будет появляться такая зеленая хуйта. Ваша задача держать рейндж от этой хуйкерни. Подожди пока. Дальше. Касается миликов. Когда вам сказали разбежать, вы разбежались. Также будет у босса касса, сокрушающий удар. Сокрушающий удар, ваша задача. Ваша задача отбегать от босса. Сейчас вам поставят метки, за эти метки милики вы не забегаете. РДшники рассасываются как раз по кругу. Вокруг. Далее. Босс будет кастовать скилл. Называется извергающий воющие тени. Ваша задача, чтобы вам не накинуло сало. Это по возможности. Подождите секунду, Саня, ты прерываешься на половине слова, или у меня одного так, ребят? Наша нет. Задача, у что? Всех. Кастуется каст, воющие тени. Сейчас я перезатипу. Ходил там Сашка на защиту, ты прерываешься. Говорит, ваша задача, чтобы не сбила каст. Найс. Короче, когда танчишь босса, он когда там откидывает первый раз, после этого идет сразу же прокаст у него, он вешает сало всему рейду, кто кастует. То есть в дрейме надо кастовать. Или Саша это хотел сказать. Танк ловит босса по кругу. Милики двигаются, РДДшники должны стоять. Нахиливают, сбегают в метку. Берет урон и разбегаются, все. Слышно теперь? Смотрите, каст, босс кастует скилл, называется «Воющий тень», он быстро его кастует, ваша задача стопнить каст. Он будет почти всегда этот каст кастовать после сокрушающего удара, запомните. То есть сокрушающий удар потом сильно не кастите, потому что будет «Воющий тень», и они вешают сало на 5 секунд. Также, все, кто находится справа, это 4-5 пати с индексионом сосудной числавности, ваша задача как можно меньше двигаться. Будете очень много двигаться, но у вас кинется отвлечение, и вы двигаться не сможете. Также ничего это не снимает отвлечение, ни бабу, ни... Глыбы ничего не снимает. Далее. Первая, вторая пачка, точнее, Сенджикс и бета-тестер, они наоборот максимально двигаются, то есть двигаются. Когда вам сказали разбежаться, вы разбежались, то есть набрали ренджу. Это касается первая, вторая и Сенджикс и бета-тестер. Когда вам сказали разбежаться, вы сбежались к той метке, которую сказали. Отвейте, пожалуйста, выйдите. Выбежали. Сори. Забирать. Попахивает на себя? Не, все. У меня уже этот... Так вот. Скоро уже. Заходите. Так вот. И самое страшное, ребята. Вот, сейчас я поставлю. Босс будет кастовать скилл, называется шквальные... Что-то там. Шквальное... Сейчас посмотрим. Вы... Шквальный обстрел. Ваша задача. Будет появляться одна бесцветная такая полоса, и вокруг вас две... Вот, допустим, я здесь встал, будет появляться бесцветная полоса. Ваша задача забирать на эту бесцветную полосу. Но не забегайте слишком сильно в центр. Вот, вы, допустим, сейчас в бесцветную забежали. Вокруг вас будет две какого-то цвета. Либо фиолетового, либо зеленого. И они будут идти вначале, они пройдут, потом после них пройдет такой луч дамажащий. Как только этот луч прошел дамажащий, ваша задача забежать сразу в другую полосу. Она станет бесцветной. И обязательно это сделать. Если не забежите, вы нас шотните в большинстве случаев. Вот от этой херни нужно будет увернуться. То есть, опять же, напоминаю, будет идти две полосы. Одна будет бесцветная и одна какого-то цвета, там, допустим, зеленого либо фиолетового. Если вы стоите на бесцветной, вы на ней остаетесь,
вокруг вас пройдет вначале какой-то цвет, потом пройдет урон, и вы забегаете на бесцветную. Она обесвечивается, и вы забегаете на бесцветную опять. Вот этот момент. Очень важен. Все, рыбу ставлю, и давайте начинать. И это, в принципе, все. Также четвертой, пятой пати нужно иногда будет сбегаться к какой-то цели. Я тоже проанонсирую, какая цель и когда сбегаться. А так вы по минимуму двигаетесь и держите рейндж. Здесь очень важно, что первая, вторая, третья пати именно не слакали. Саппроты у кого? У меня нет саппрота. Ребята, те, кто не был на этом боссе, смотрите за его спину, когда будет шквальный огонь. Оттуда будет показывать, где эти лужи будут разливаться, эти поезда ебаные. Вам так проще будет сориентироваться, где начнется. Они будут и за боссом, и с выходой тоже показываться, поэтому здесь. Так, можете кидать обмен за саппортами еще определенно. Определенно тоже. Я не поняла чисто, куда забегать. Смотри, еще раз. Будет... Смотри, все поле будет поделено... Подожди. Все поле будет поделено на такие полосы. Вот, допустим, здесь будет бесцветная полоса. Я сейчас питомца своего на бездействие поставил. Вот, видишь, где я прыгаю? Допустим, здесь будет бесцветная полоса, здесь вот будет, допустим, фиолетовая. И с этой стороны будет фиолетовая. Вот, здесь прошла бесцветная полоса. Точнее, прошла фиолетовая полоса вот тут. И потом после нее идет урон. Такой луч будет фиолетового цвета. Урон прошел. Полоса, на которой ты стоял, она загорится зеленым цветом. А волосы вокруг тебя, которые были, они станут бесцветными. И твоя задача уже с этой полосы выбежать в эту полосу. То есть всегда на бесцветную. И это нужно среагировать. И кто это не сделает, за каждого человека, насколько мы здесь поняли, будет 5000 урона наноситься. За каждого в секунду, кто это не сделал. Поэтому очень важно, чтобы каждый это сделал. Локи, поставьте шкаф. Масло куплю, пойду. Этот момент. Потом, так как ты ведлерка РДДшник, твоя задача будет держать ранжу, потому что вокруг тебя будет еще такая зеленая лужица. Ну, ты поймешь. И вот эта зеленая лужица не должна перекрываться с другими зелеными лужицами. Окей. Okay. Все? Все. И также смотрите, мы сейчас все, я кого назвал, начнем бой вот отсюда, слева. Но может такая ситуация быть, что на вас повесится синяя метка. Если на вас повесится синяя метка, смотрите, возле витки будет, то вы сразу же перебегаете на ту сторону. И делаете те же действия, которые делает первая, вторая пати. Соответственно, кто на кого вешается синяя метка, тот двигается. На кого вешается зеленая метка, тот наоборот, как можно меньше двигается. И по синей метке вам будут говорить, что делать. Там сбежаться, разбежаться, главное реагируйте. И вот вам поставили метки, за эти метки никуда не забегаете. Это касается первой, второй, третьей пати. То с синей меткой, если правильнее сказать. Так. У нас есть все. Давайте, готовность. Сейчас, ума не все. А, поставьте. Пока у вас. Сосется у меня есть. Геру дадим после того, как танк заберет. То есть танк забрал, поставил. Все, пока он готов, беги на ту сторону. Она же полностью идентична. Не на это. Не на это. Да, все то же самое. Такое же количество луж, я имею в виду, и туда, и сюда, да? Да. Окей. Припоты на первой секунде на слове пупуля. Ну да, я думаю, что мы все умрем, если честно. Тут, блядь, один человек ошибается. Вон. Следите, чтобы все, кто в центре сейчас стоит, на всех была зеленая метка. И смотри, Лера, твоя сестра близко с Локом стоите. Вот, сейчас смотрите, вокруг вас будет такая лужица зеленого цвета, все, кто здесь стоят в центре. И ваша задача, чтобы эта лужица не соприкасалась. А, милики ранжу не держали. А что не подсказывали? Нормально, пойдет. Так лучше будет.
Сел, короче, я не мог говорить, но я включу, тут будет тадам-тадам вам, блядь. Надо. Как раз вокруг вас лужи зелененькие, держите раньше. Лок и скибиди. Лок ко мне сам подошел, я не знаю, зачем он это сделал. Вот, готовьте шквальный обстрел, смотрите, следите. Вот, бесцветная, зеленая. Сейчас пройдет урон, перебежали. А сейчас мы поздыхали, потому что рейнджу не держали еще. Слакер обнаружено. Вон, Марсес близко с крутым огоньком. Держите рейндж обязательно. И Максар рядом. То есть, когда вот эта лужица вокруг вас появляется, ваша задача сразу же набрать рейнджу. Не набираете, вы дамажите друг друга. Каждый лужица. Сейчас сбежались к Дексионе. Появится лужа под ним, сразу же выбежали. Все. Чем у меня перебежали? У нас ДЦ живой? Кого силов поднять? Никого не надо. Пусть посмотрят, сейчас же заново начинать будем. Не трать себя. Просто хочу, чтобы еще посмотрели, еще раз по возможности уворачивались. Да, на самом деле, хорошо, что все перед доктором, мы можем уже начинать. Вот. Бой уже, короче, в туннеле стоят. Этот, смотри, Апокал, чтобы на тебя не вешался эта хуйня, я тебе сказал, ты должен двигаться, ты не должен на месте стоять. Тебя можно там кидаться. Можно просто прыгать. Ты прыгаешь, и все, у тебя заебись в жизни. Войт, отбеги от сотрясающего, Апокал. Умрешь. Поделить урон. Когда кастуй. Все. Шик сокращающий этот. Я вообще не понимаю, что делать. Понятно, вот такие, как Апокал, рельсы. Слышь, только вы все дохлые, а я чисто живой, понимаешь? Воронит от тёмка. Это чисто потому что ты в стане стоял, блядь, здесь все дохли. Я не понял. Короче, вроде бы плюс-минус 3-я, 4-я, 5-я пати поняли, что делать. Теперь, 1-я, 2-я, с Энджелес Топ-Тестер. Что вам нужно делать? Вам нужно всегда двигаться. Потом. Вот ты мне это объясняешь. Ну, я не умер. Тебе это объясняю, я всем это объясняю, тихо. Всем, кто с твоей партии. Короче. Первая, вторая, плюс бета-тестер и Сэндрикс. Ваша задача. У вас для вас несколько механик. Босс кастует сотрясающий удар, вы отбежали. Потом, вокруг вас такая, типа, дым такой идет, фиолетового цвета. Ваша задача набрать ранжу. Обязательно. Держите ранжу между собой. Там, по-моему, 10 метров нужно ранжа. Держите ранжу. И будет момент, когда будет вешаться метка на вас. Вам нужно будет подбежать и разделить урон. Вам скажут этот момент. Подбежали, разделили урон. А так, по факту, держите ранжу и отбегайте с сотрясающего удара. Дальше, что вам нужно? Чтобы вам не кидался стан, вы должны двигаться. Двигаться, либо прыгать. Иначе вы будете по ПКД получать стан. Двигайтесь, либо прыгайте. Этот момент. И последний момент, вот Апокал, ты, который стоял до конца на зеленой, появляются еще раз такие полосы. Одна бесцветная, две какого-то цвета. Там, вокруг вас. Ваша задача забежать на бесцветную. Подождать, пока пройдет цвет. Потом пройдет такой луч взрывной. Прошел взрывной луч, забежать. Эта полоса, которая была взрывалась, она станет бесцветной. Ваша задача забежать на эту бесцветную. Но может быть такой момент, что на вас будет дымка вот эта вонючая. И ваша задача будет двигаться, то есть вон, вы можете двигаться вперед-назад, и держать рейндж. То же самое касается 4-й и 5-й пати. Когда появляются вот эти рельсы, может быть, вокруг вас круги появляются, вот эти, зеленого цвета. Если они появляются, вам нужно держать рейндж, иначе вы умрете тоже. Саня, с отсюда заходишь? А его в дичи нет. Там можно без него, нет? Да, ну без него такое себе. Сейчас посмотрим, кто есть где еще. Да, никого больше и нет. Ладно, пробуем. Поставьте рыбу у кого-нибудь. Каску порога. Кристобаф. Для мириков совет. Ты постоишь, ничего. Макрос прописываете, любой спелл, есть прыжок. Я не пробовал. Предлагаю сейчас, короче, всем мириком сразу узлопнуть, главное, чтобы силы вышли. И нормально. Плохая идея.
Потому что если повеситься на них метка, потом некому урон будет разделить. Ну, нам единственное, кто интересен, это танк, на остальных насрать. А он тут не откидывает, тут вообще на самом деле полный. Ну, в том плане, каску дайте порогом. Просто миликом по стене разойтись и все. Вакант, давайте каску к левого хиса вакантий отсюда вышел, может он каски бафал, поэтому давайте. Легалайз. Он с такой жаль, типа, за откат не кастует вообще никто, да? Кастует, но вроде сказали, не откидывает. Не откидывает. Ой. Прыгать. Надо, блядь. Блядь. Иди нахуй, пацаны, иди босс нахуй. Не прыгать, можешь бегать просто. Андрей, анонси, вот дымка, видите, от вас идет. Милики, держите рендж. Только не забегая пока у заметки. Ну, там есть два варианта дымки. Поедем мгновенно, а есть, который дебафится. Вот сейчас дымка идет. Сразу вот сейчас надо бежать. Рендж набрали. Пока близко с легалайзом. Это он, кому сидит. Смотри, лоб есть. Рэнч, выбежали, да. Выбежали. Я это понял, надо выбирать, но я не успел выбежать. Да нормально, нормально. На самом деле даже хорошо, что придухли. Рэнч, держите. Сейчас пройдет урон. Я не понимаю. Все, пробуем бить. Сейчас главное увернитесь от рельс, это самое главное. Вот, пошли рельсы, увернитесь, главное, все. Вон, фиолетовый идет. Сейчас пройдет, взорвется, перебежали. Иди, рендж держите, кастеры. Мильки тоже. Кто хил, кого поднимать? Давай, Вова поднимай, Вова поднимет. Может, тебе надо поднимать? Нормально, нормально. Надо. Смотрите, если на вас повесится синяя, вы забегаете в этот, к миликам. Так всего на скибиде надо сбежаться. В одну кучу сбежать. Дай сакру. На сэфку. А что так быстро? Ну, Уолл, он ебать, встал. Темный подбежал. Там Уолл, где он встал и... Если вы кого-то трясаете, у него сразу автомат появляется фиолетовый метка или синий, как называете. Не за автоматом, она может зеленая повеситься, не надо. Я не знаю, не бэрите никого, ну нахуй вы бэрите. Только... Так, ладно. Что, зашли и заново пришли. Я вам говорю, смотрите, короче, ну, фиолетовые. Здесь два тут момента, когда есть вот эта дымка. Когда вешается дебаф, или когда вы пачкой стоите под боссом, и появляется фиолетовая дымка, просто ниоткуда. Если она появилась, надо максимально быстро убежать. Когда висит дебаф, вы можете этот дебаф разнести и разлить, типа, ну, типа, лужи адекватно, они взорвутся по сторонам. Это такой момент, когда она появляется под боссом. Если появилась под боссом, сразу нахуй бежите. Так, Войт, прыгай, короче. А, не, не прыгай. Так. Кто там ливнул в Акате? Не, не в Акате. Кто ливнул? Батик. И в Акате. На самом деле, человек 16, ее проще закрыть, чем 25. Поэтому не расстраивайтесь. Ну, если ты мили ливать, естественно. Я на один драйв. Значит, один вот радио. Еще раз, Андрюха, просто заносите им, когда разбежаться. И смотрите, хули вы, блядь, как додики друг к другу бегите, бежите. Вон, а пока он просто во вдике бежит, сказали же рендж держать. Да нет, там, него Сань, там нормально, во-первых, подождите. Идет поглощение идет. Там нормально. Тихо. Держите рендж. В смысле, я в него бежал? Я стоял на одном месте, туда-сюда. Саня, погоди, смотри, тут босс немножко сломанный. В 25-ке, а когда появляется лужа, неважно, зеленая или черная, у него сломанный тайминг, она взрывается почти сразу. Там нет 3 секунд выбежать. Да. Это сломанная хуйня, я напишу об этом сегодня баг-репорт, поэтому не ори на них. Понял, ну, он за это сейчас говорит. Он за тики говорит. Я за тики говорю, что они не держат рендж. Вы можете босса не бить, когда вам сказали набрать ножу. Просто бегите и держите рендж. Вот что мы хотели сказать. Все. Ну, да. Там идет поглощение. Я его не дамажу, он меня не дамажит. Мы друг друга не можем дамажить. Реально. Мы друзья.
Все, с тебя, Андрей, сказать, когда сбежаться в синем и когда разбежаться в синем. А это с зелеными я посмотрю сам. Я? Да. И не пулять раньше босса, чем слово пул. Сейчас наберем рандеву. Гонял. Твоя сестра, двигайся и не забегай к нам. Твоя сестра, бегай вместе с всеми ребятами. Не стой на месте. Один кадр. Не подбегай к нам, не подбегай, беги. Беги. Пошла жара. Дай сакру. А пока нам тоже не подбегай. Не хочу я к вам идти. Видишь? Так ты подбежал уже к нам. Твоя сестра, ты бегаешь, рядом с миликами бегаешь теперь. Блять, отлёпнул нахуй, это встань стал. Нет, да люди паникуют. Сбежались, Вахису, все сбежались. Еще, все, отбежать. Выбежим. Уворачивайся, приготовились. Вернулись. Перебежали, рано кто-то перебежал. Зачем бежите, пока еще урон не прошел? А покал, как всегда, в куполь. Почему же ты? Покал взял в РДДшников забежал, блядь. Нет, какой, он... блядь, РД? Да там до вас чуть метров 15. Санек, он полутал рельсу не свою. Короче, ребят, вот это мнение, то, что, ну, грубо говоря, зеленый не может стоять рядом с темным, это хуйня. Конфликт стихий происходит, если, условно, человек зеленой меткой лутает вот лужу черную, либо человек с черной лутает зеленую. То же самое относится к рельсу, то же самое относится к АОЕшке или к метке. Ну так она стояла, от нее отходила дымка. В том-то и дело, что ей нужно было убежать от нас. Все. Давайте последний трайк. Грубый конфликт стихий. Короче, вам нельзя лутать противоположные лужи, противоположный урон и противоположные рельсы. Самая главная задача. Конфликт стихий, вот это ну, то, что я говорю. Я нихуя не верю, если честно. Типа, я заходил, блядь, вот, ничего урон не проходило, ну, типа, когда вайпал рейд. Заходил просто в зеленых миликом, и все, на пол рейд падал сразу. Может, я ошибаюсь, один... не знаю. Под КД так вот, типа, мы вайпали. Ты можешь рельсу своего цвета, ну, лутать, типа. Там она 7-8 тысяч будет бить. А меня с вами шотило фиолетовый цвет милика. Не знаю. Хотя я даже не стоял в этой рельсе, я отошел от нее, и меня почему-то она зацепила каким-то образом. Ну, первые рельсы. Первые рельсы. Я еще раз не соглашусь, типа, смотрите, рельсы вы должны вейдить. Ну, типа, ну, если вы рельсу не вейдите, пусть на свой цвет. Я думаю, 25-й это пиздец вполне. Типа, вот. Вы вообще не должны заевейдить. Это крайний случай, когда вы стоите на свой цвет, типа. Тут ничего сложного нету в этом, я не понимаю. Смотри, еще раз. Вонючая рельса идет по элементалю, которая дамажит. Ты стоишь бесцветной. Вначале идет свет, потом идет такой луч. Ждешь, пока полностью закончился луч. Потом над тобой появится какой-то цвет. Закончился полностью там луч, только потом перебежал. То есть там надо на тоненького вот такого так делать. Не сразу не забегать, потому что если еще этот луч до конца не прошел, вы забежите, вы получите урон от этого луча. Только когда он полностью закончился. Только он полностью закончил, сразу же перебежали. Это касается рельс. Теперь. Рыбу ставили. Теперь каждый все смотрите, какую метку он получает. Возле випки будет либо зеленого, либо фиолетового цвета, синего цвета. Ну, фиолетового. Если получаете фиолетового цвета, вам нужно двигаться и не подходите к центру. Вот метками окружено, туда не подходите к центру. Если на вас вешается... А что Лиговайс улетел? Он говорил, что он на один трай. Ну давай последний сделаем, да все. Бля, ну тогда сейчас по-любому на кого-то синее повесится. Так, раздражали, тоже идешь вступай, Сэнджик. Хилы, не стойте в этой черной массе там, стойте где-нибудь по краешку. Все.
этот. Давай, короче, Уол и раздражали, вы тоже бежите к Сине. Не можете двигаться. Сука, третий трай, да, я не понял. Что ты не понял? Конкретно скажи. Да так-то все понятно. Ну какого хуя ты опять тот раз умер? Объясните мне. Что я неправильно сделал? Вроде бы... Просто ты слабый. Я тебе еще раз говорю, что ты сделал. Ты стоял на рельсе и посмотрел свою рельсу противоположного цвета. Я же тебе объяснил, как увидеть рельсы. Все, я рельсу проебал. Да. Если ты будешь проебывать, ты будешь нас убивать. И урон по всему рейду сразу идет за каждого человека, который словил. Понял. Противоположный цвет. Теперь понял. Геру дай сейчас Жене. Проверьте сейчас, на кого какие метки повесились. Твоя сестра много не двигается, ты видишь, тебе отвлечение кидает. Встань и хиль просто. Кого достаешь. Держите рендж. Вот видите, вокруг вас зелененькие. Такой круг. Если не будете рендж держать, получите много урона. Андрей. Блять, ну с них вообще нереально выбежать. Определенно, и твоя сестра нужно сбежаться к ним. Подбегите. Зависло все. Выбежали. За этих уж. Скоро будут рельсы. Пробуем бить. Вот, сейчас рельсы пойдут. Увернитесь, главное, научитесь разворачиваться. Вот, сейчас зеленые идут, выбежали на бесцветную. Подождите, рано. Вот сейчас бежим. А, ясно, понятно. Сейчас будем чекать, кто это сделал. Уолл стоял на зеленый. Не, ну я зеленый выбежал. А потом не успел на бесцветную съебаться. Меня подкинуло. Последний трай делаем, и уходим, все. Давайте. Уходи, мне надо, чтобы научились с рельс выходить. Пока не научатся, блядь, с рельс выходить, это вообще неубиваемо будет. Сука, что сложно? Блядь. Упадите все. Короче, сначала на фиолетовую, потом на бесцветную медика, правильно? Сначала на... На не факт, что фиолетовый появится, она может вначале, как сейчас, зеленая получилась. Первая зеленая пошла, может пойти первая фиолетовая. Алло, слышно меня? Да. Ты не стой прям по центру вот этих поездов. Ты прям на краешке и того стой, потом смотришь, откуда она полетит. Ближе сюда, вот в середину встал, между метками, и все. Легко ее, блядь, как это сказать, вообще, отойти. Попробуй максимально просто объяснить. Здесь бесцветная, то бишь, вообще не... на цвета забей, слушай, мать. Она тоненькая такая, посередине находится. Слушай, забей цвет на цвета вообще. Встаешь всегда на бесцветной, похуй какая рядышком с тобой, если там зеленый, фиолетовый, поебать. Она взрывается рядом с тобой, типа такой, блядь, фиолетовый луч или типа проебаешь он. И сразу туда прибегает. Все. Поебать какой цвет, типа, ну, лампы, чтоб ты сначала стал на бесцветный. Вот человек тебе сказал, на краешек встаешь, типа, ну, рядышком с этим любым цветом. Он взрывается рядом с тобой, типа, блядь, таким красным фиолетовым лучом, блядь. Ты хуяк сразу зашел. Все. Понятно. Также сейчас отслеживайте, на кого-то может какой-то непонятный цвет повеситься. Может повеситься фиолетовый на тех на РДДшников, может повеситься зеленый на тех, кто в ним. Давай, этот, Уол, ты начнешь бой где-то отсюда. Короче. Потому что непонятно, на какую метку на тебя повесит. А как прыжок в макросе написать? Кого написать? Прыжок. Это, твоя сестра, пойдем со мной за скибни, беги. За угол ведешь, да? Она же замужем, если что. Я не замуж за угол, я ее показать потом, как рейсов. Я почитал, блядь. Надо, ты где там, иди сюда, в центр. Поэтому к лобу сюда, где печенька, только на нее не вставай. Уточнил, что не замуж.
Смотри, сейчас забегаем с тобой вместе. Ты оставайся прямо в центре и иди за мной. Да будет рельс, я перебегу на бесцветную, а потом другой перепрыгну. И ты тоже самое. Только сейчас держу с тобой это расстояние, когда будут метки. Тут дистанцию надо держать. Иди сюда, не переживай. Беги, беги сюда, сюда ко мне. Беги, беги, беги. Я сейчас убегаю влево, ты вправо. В центре разбегаемся. Пошли, 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 пошли. Забегай в центр, надо, давай, забегай, забегай. Все, стой, от Эмма, все, стой. Не-не-не, далеко побежал, чуть-чуть назад. Не рудай. Чуть-чуть назад. Женя, на тебя синюю повесила. Женя, на тебя синюю повесила. Да, я знаю, все. На месте не стоишь. Разошлись, милики, на ком дебаф. Милики разошлись. Ну мы так поумираем, нахуй. Можно чуть левее двинуться? Вот что есть, еще слева сторона есть. Ой, блядь, кого я просил, я не знаю. Всем похуй, типа, все стоят. Ну у вас место справа там дохуя, у нас слева место. Да ебать дохуя, конечно, потому что трое лежит уже. Поэтому и дохуя. Все, тихо, пробуем бить. Там было место. Ты меня подставил. Базару нет. Не вставай, готовьтесь от рельс уворачиваться. Забежали на бесцветную. Вот. Бежали на бесцветную. Ждем. Бежали. Блядь. Ну, сейчас я тоже сделал. Но немного людей словило, молодцы. Как не сдохли. Вставать? Нет. Не надо, соли же смотри пока просто. Уже разливаются, я вожу босс. К шаклону надо сбежаться, только рано сбежать. Или не рано. Да нормально. Я думаю, в 25 надо приходить. 15 человек, типа. 5 лиликов, 10 для РДшников. Я в этом сразу сказал. Тогда на РДшников повесит синяя метка. Да пусть они и сдохнут, ничего страшного. Вот так вот будут валить его до круга. Четное количество. Рэндж держите, то сдохните. Ой, близко стоит шаклон и все отлично. Скоро будет еще рельсы. Пошли рельсы, приготовились. Сбежали с метку, бля, стоит метка перед вами, ёбаный в рот. Попытался ломбр, да? Я помню. Кто тут скилл? Рейс это жопа выходит. Я думаю, как вы их видите, блядь? Ну, вырли опять ну, сейчас. Сейчас вроде бы и плюс-минус было. Шаклон, а ответь, что я должен делать, если не водить босса? Ты видишь, короче, я еще раскиданы метки? Да, мне вообще не обращают внимания. Типа, мне просто босса. Интересно, как куда я должен метки тогда выносить. Я могу выносить. А вчера там АТХ тоже там что-то пытался научить меня. Люди сами не понимают, что происходит, и пытаются кого-то заебать. Смотри, начался важный момент под... Вас не играется, что лич убит. Он не дал уже пошли стаки. Короче, это, дайте скажу. Вот и вторые лезвия пошли, вот, получается, да?